Всем привет! Сегодня я буду дегустировать говядину тушеную. Написано, что ГОСТ высший сорт из натурального мяса. Вес 325 грамм. Так, в прошлый раз была такая же баночка на обзоре, только была свинина. Можете посмотреть. Вот это вот говядина. Сейчас посмотрим, стоит ли ее брать. Так, что тут в банке у нас? Ну вот так. Хотя на вкус так обычно, как бы тушенкой пахнет все. Вот, например, жила попалась, которая тут вообще-то не должно быть, наверное, в тушенке. Посмотрите. Сейчас. Это собакам только вот кидать, я не знаю. И жир. Жир прям вообще вот. Просто кусками. Мяса, как вы видите, мало. Очень мало. Даже если вообще оно тут есть. Что-то какой-то на субпродукт какой-то похож. Вот какой-то один-единственный кусок вроде небольшой. Вот. Остальное не пойми. Если, конечно, бросить ее в какую-нибудь кашу, может быть, сварить, не знаю, там все перемешается, можно и съесть. Ну, в общем, смотрите сами, думайте. Я, наверное, такую говядину второй раз брать не буду. Вот свинину я бы взял бы еще. Ну, ладно, всем пока. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал.